Всем привет. Сейчас я гляну, что там. А, с вами Константин. Продолжаем мы прохождение. Одни из нас. Что у меня вот этот рюкзак? Что он мне дает? Что я могу сделать? Ну, заточка, к примеру. Я могу сделать заточку, да? А, вот это все надо на заточку, что ли? А, вот. Ага. Лекастра. Лекастра. Это что? Артефакты. Ничего себе. Карта. Карта, блядь. А шо я? Я не понимаю ни хера. А где мы? О, теперь у нас с русскими буквами. Как это убрать теперь? Ну хорошо. Ого, я слышала стрельбу. Что случилось? Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи, я просто иду за тобой. Понятно. Ну, походу, путь у нас только один. Походу, путь у нас один. Но тут ничего нету, вообще ничего нет. Блядь, ну надо все равно картой научиться пользоваться. А мы не можем тут машины открывать, да? Ничего такого мы не можем. Внимание! Помощь преступникам карается смертной казнью. Не подвергайте себя риску. Немедленно докладывайте о подозрительных лицах. Угу. Интересно. А, вот такая подсказочка, да, типа проводок. Только... Сюда. Фонарик, доску не можем взять, да? Немедленно докладывайте о подозрительных лицах. Что-то провисает или что? Не можем. Сюда, да? Блять, все равно что? Помощь преступникам карается смертной казнью. Не подвергайте себя риску. Немедленно докладывайте о подозрительных лицах. Я так понимаю, наверх. Куда мы идем? Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. И шо? А. Ага. Я ж говорю, что туда. Отойди, ты видишь, что папка тут у нас. Сейчас подожди, зая. Я там в кустиках. Ничего, там в кустиках я там ничего не сделал. А вот как теперь мы ее сюда... Она залезет? Залезет. Лям, умничка. Умничка. Разумничка.
Умничка, разумничка. У меня, наверное, провисает. А товар вы по туннелю таскаете? Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦК подружка твоя? Да, провисаю. Тебе сколько? Лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично! Супер. Что-то сюжет такой, где-то я уже видел. Или слышал. А, провисает, наверное, потому что у меня первая серия кодируется. Че я говорил уже? Ну, я старенький, забываюсь. Пришли. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмар. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. А свет потушить? А, блядь, не шути. Я все забываю, как забываю. Теряюсь. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрывье... У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Ну и кому надо нажать на кнопку? Или я что-то не сделал? Черт! Как надо нажать так?
чтоб шарик успокоился, что. Ну что за хрень? Кто нас будет встречать? Она сказала несколько цитат из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Лезь, посмотри, что наверху. Стойте, впереди патруль. Ну все, ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожней. Дочь, конечно, не радует. Охренеть. Я за кордоном. Вот сюда. А, блин, ля, я правильно иду. Интуиция, сука. Ух ты, блядь. Так, без глупостей. Но. Вставайте на колени. Сканируй, я доложу. Ладно. Руки за голову. Пападос. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Да избежать. Мы хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Пара минут. Простите! Нихера себе, девочка. Нихрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. Вот дерьмо. Смотри. Охренеть. А у нее, наверное... Не понял, это что, подстава? Я... Заражена. На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели. Клянусь. Зачем вас подставлять? Блять, это по какому-то фильму. Или фильм по этой игре. Черт. Тесс, беги. Беги! Вставай! Бежим! Бежим! Чего они автомата не взяли? Твою ж мать! У меня 2 трупа. Повторяю. За мной. Быстро. Блять, началось. Бежим по моему сигналу. Бежать по сигналу. Ясно. И бегом. Живо! Ну, наверное, сюда. Они хоть за мной бегут.
садись. Блядь, ползи. Где девочка? Я точно такой фильм видел. Да вижу, вижу. Не терять его! Я его не вижу. Ты видишь? Нет. Девочка, вот она. А где тут свою подругу потерял? Вот. Вы от меня ждете каких-то решений? Нам сюда похоже, наверное. Сейчас я там гляну. Ну или сюда. О. Еще можно ножик сделать. Че ты? У меня что, пестика нету? Я кирпич взял, выкинул. 13 патронов. Чё мы автоматы не взяли? Вот это вот. Да, впереди ещё. Джал, тут. Если по-тихому попробовать. Блять, он далеко. Напряженочка, напряженочка такая. Ну, я так понимаю, нам на лестницу. Ух, сюжетик. Здесь есть проход. А что здесь? Наверняка что-то, что же. Во, давай. Изолента. Больше ничего. Ну, конечно, ресурсов... Блять, вообще мало. Просто мало. Пролезать. Так, лезем. Давай, Эли. Ну. Там и девочка такая боевая. Ух! Как же их тут много. Как мимо них пробраться? Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Жесть. Тише, тише. Шо, пусто, сука. Кирпич бери. Блин, они совсем рядом. Попробуй отвлечь. Ладно. А куда кидать, отвлечь? Тому в бубен. Кто здесь? Ты сука. Браво!
сука, зря, наверное, это сделал, блядь. Давай, снайпер. Где снайпер? Где патроны? Где его патроны? Нету. Не теряйте! Зря я, наверное, его грохнул. Так, вон. Пиздец, сейчас меня убьют, блядь. Ну я хоть буду знать, куда. Да я даже не успеваю, блядь. Где, блядь, патроны? Да, надо будет, наверное, переиграть. Сейчас меня грохнут, блин. Они постоянно меня сбрасывают, суки. Ну потому что я не попаду. Патронов нет. Вроде похоже. Не отставай. Хоть от дождя скрылись. Да, блядь, ни одного патрона. Ну как? Вроде можно пролезть. Что такое О? Или это английское О? А что это такое? А что я фонарик включил? Или это Q? Ладно, давайте тут исследуем. Может, что там? Отряд Чарли, прием! Стоп, стоп! Опять солдаты! Хранят оружие! До стены! Нас пока не видят. Не лезем на свет. Да, блядь, надо было там по-тихому, сука, не геройствовать. Две аптечки минус. Может, как-то прополз, проползли.
знаю это. Блять, как фонарик включили. Вот так. Вот что-то. Они ушли? Нет, они еще тут. Три патрона. Самое время передохнуть. Джоэл, посмотри, что тут полезного. Слушаюсь, шеф. А что она командует? Слышь, я вообще не могу понять. Ну, она, конечно, крутая тетка, ничего не могу сказать. Но это ж не значит, что надо доминировать. Ну, еще что-то набрали. Прости, девочка. Да что ты под ногами? Так, а давайте откроем рюкзачок. Я что, могу? Я не могу сделать, а это тоже не могу сделать. Не могу. А это что у нас? Дальность слуха. Скорость изготовления. Так это я могу такое купить, да? Или что я? У нас 30 таблеток этих каких-то. Даже не знаю, что сделать. Мне вообще эта функция непонятна. Дальность слуха. Ну давайте, ладно. Может, мы будем лучше слышать. Блять, как. Колебания оружия, мастер заточек. Есть еще что? Ладно, хер с ним. То мы сейчас тут зависнем. Ну ладно, я теперь лучше слышу. Все, пошлите. Фонарик выключить. Тесс, нам сюда через трубу. Вроде тут есть проход. Держись рядом, Элли. Ладно. Я так предполагаю, наверное, из ее крови хотят сделать какой-то... Господи. Антидот там, ну, что-нибудь такое. И поэтому она... Все, свалили. Так, какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона, и врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? А то, что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл, доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю. Сюда. Пойдем через центр. К рассвету будем у Капитолия. Надеюсь. Ага.
все равно не могу вспомнить, что за фильм. Хотя это может быть такой общепринятый сюжет. Или популярный сюжет, вот. Так вот, какие эти дома вблизи. Такие высокие. Что тут случилось? Власти разбомбили окрестности карантинных зон. О, что-то лежит. Надеялись встретить побольше зараженных. Помогло. Ненадолго. Так, читаю, что внимание с целью ликвидации носителей. Вот, блядь, понятно. Ты слышала? Да, но вроде бы далеко. Черт. Тут опасно? Пока нет. Идем. А в машинах что, ничего нет? Прям... И что? Ого, нифиговая пропасть. Че? А вот и Капитолий. Да, нам придется обойти. Это типа центр города? Ага. А теперь тут пустырь. Девочки, вы меня обманули. Сюда. Ничего нету. Бурно. Эй, Тесс! Иду! А что там за кружочек был? Вот хоть такие подсказочки небольшие есть. Ну да, только там ничего нет. Или нам сюда? Так мы так зашли. Разорвали. Да. Труп еще свежий. Это плохо? Вероятно. Пойдем-ка отсюда. Так, там высоко. Тут высоко. Что я могу сделать? Может, я что-то могу сделать? Ни хера я не могу сделать. Ни ножика, ни аптеку, ни этого ничего у меня нет. Зато три патрона. И древний ствол.
А это шо? Период операции, командующий, приказ, да? Прибыли в квадрат, цели не обнаружены, где цели? Мать вашу! Рядовой. Ладно. Там патроны. Похоже, они не дождались подкрепления. Так, ствол. Так, наверху. Наверх или сюда? Зараза, щелкун. Жуть. А с лицом у него что? Это значит, он давно заразился. То есть они... Слепые? Вроде того. Они ориентируются по звуку. Как летучие мыши? Как летучие мыши. Если услышишь их щелканье, сразу прячься. Подождите, о чем вы? Там же наверх можно. Все здание на честном слове держится. Нет, давайте я наверх сбегаю, девочки, вы тут побудьте. Что-то мне кажется, что здесь что-нибудь будет. Вот, я же говорил. И походу я могу сделать заточку. Там ножницы нашли. Давайте сделаем заточку. Пусть будет. А тут душить долго. Пригнись. Охренительно. Еще одну можем сделать. Аптечку найти. Ну-ка, помоги. Фу, блядь, как? Спасибо. Ты цел? Ерунда. Поищем припасы. Черт! Вот это жесткач! Это ты намала. Ну все, валим отсюда. Да подожди еще, валим. Что ж такое? Мы ж там припасы еще не смотрели. Там комната была. Только какая? Вот это? Алкоголь. Еще что-то.
Я поломал заточку свою, да? Я, может, еще что-то могу сделать. Точно заточку я поломал. Ссылка. Ссылка. Ладно, поломал. Ну что, ну поломал. Посади меня, я смотрю. Неважно выглядишь. Держи. Глянь, если там проход. Чисто. Давай, Элли. Ну все, лезь. Давай. Теперь ты, Джоэл. Давай руку. Давай. Так. Щелкуны? Черт. Скорее, скорее. Вроде все. Элли, ты как? Стремновато, конечно. А так порядок. Пошли. Прохода нет. Полезем обратно. Она влево-право, да? А, на себя. Теперь вы, дамы. Давай, не стой. Волнительно, я вам скажу. Просто не смотри. Что? Ты это серьезно? Что тут опасного? Там что-то было.
Не, ничего. Идем, Аня. Да. Не смотреть вниз. Не смотреть вниз. Все, порядок. Завал мы обошли. С Элли. У меня теперь два пестика. Ничего не понял. Нажмите М. А. И на этом патронов больше пусть будет это. О чем мы не идем? Все, я уже разобрался. Или он спецом, чтоб я взял вот этот. Понятно. Так, я, блядь, сыграл. Так, одного. Теперь он не откинул патрона. Ладно. Что такое О? О. Или это ноль? О, нихера себе, сколько у нее патронов. Там еще один ходил в той комнате. Не свет, я и так вижу. Так, кто-то еще стоит. Yeah.
Давай, 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 блядь, сейчас вот та сука в себя придет. О, нихуя себе сходу. А щелкуна мы можем этого ебануть или сначала того? Пойдем. Давай, 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 шабаш, шабаш потихонечку. Ну вот. Ну вот. Ну и хули. Я только своих вижу. Спускайтесь. А щелкуна только он за точкой можно. Сука. Какая. Ты даешь, Джоэл. Пошли отсюда. Да я так делал 100 раз. Но я так предполагаю, нам наверх. Вот дорожка. Я там везде полазил. Сейчас, секундочку. Девочки и мальчики. Ну, наверное, везде, да? Я ж тут был. Блин, а такая напряженная ситуация была. Нихера себе. Прямо ж затаив дыхание. Давайте, раз кирпича у нас нет, нихера, зачем нам? Кирпичом-то лучше. И в голову его, сука, сразу не убьешь этого. Чёрта. Опять сейчас ящичек двигать. О, патрончики. А этот быстрее стреляет, пестик. Тот, который барабанщик. Револьвер, о, это барабанщик. Нога. Погоди. Отпускай. А чё он не отпускает? А. Так. А. Вот почему. Вот почему. Путем. Ага. Еще что-то нашли, какая-то бутылочка. На, подлечись. Благодарю. Доступна инструкция. Аптечка, нажмите тап. Тап. Давайте их влупим. Я манал. А этого нет у нас больше. Чтоб дальше слышать. И вот здоровечко, пощёб я себе сделал. Ту кнопку. Ну давайте, девочки, девчулечки. Опа! Что там? Спускаемся. Ну, не тормозим. Можно пролезть. Осторожно.
не сюда. Щелкун, сука, где-то. Слышали так? Тарахтел. Знаешь, я тут подумала, вернем оружие и сможем немного пожить спокойно. Что я слышу? Ведь ты сам всегда предлагал залечь на дно. Да, ты все не соглашалась. Ну, теперь соглашусь. Видимо. Больше не будет никаких мизаких подарочков. Типа автомата. Сюда. Что-то лежит. Хорошо. А, это мы собираем. Когда-то где-то нам попадется верстак, да? Ну как в метро. Что на верстаке только можно свое. Пилюли нашли. Коктейль Молотова. Ну, наконец-то хоть что-то. Угу. Хорошо. Глянь на рукав. Цикады. Доступная инструкция. Нажмите. Похоже, там дела у них и тут хреново. Мы можем еще сделать, да? А, у нас капельки не хватает. Надеюсь, у Капитолия нас все-таки встретят. Да не парься ты. А вот, наверное, и капелька. Я пистолет хотел. Я хотел пистолет. Потом еще научиться менять это все. Тоже какая-то инструкция. Да, или что это у нас? Цикаду. Капитолий, девочка. А, встречайте. Я понял. Это, наверное, люди, которые... Рыжие волосы у нас. Или не рыжие волосы? Из карантинной зоны. Видишь, это не наши. Это как раз. Это как раз тот, который вас ждал. А, или это засада была? Хера не пойму. Вон там, видишь? Черт. Мы почти у выхода. Опять это. Ладно, Джоэл, ты вперед, я прикрою. Полоску. Эля, держись рядом, не отставай ни на шаг. Песку. Не зевай. Понял.
Понял. С этими блядскими пескунами, блядь, писюнами я уже хошусь, блядь. Нихера себе! Ого! Нету патронов. А этот барабанщик так ничего себе колбасит. Револьвер, который. Так, а что, я не хочу трубу менять. Пусть труба будет. Патронов нету. Да, ничего себе. Какая-то записка. Читайте так. О! Блять, надо записать, где его потом искать, хер его знает. Сейчас, секундочку. 3-43-78. Мало ли, может, где сейф найдем. Блять, не туда. Сори. А куда надо? Так. Патрончиков там, да, мы каких-то взяли. Так, а как мне пестик поменять? Вот так. Потому что тут побольше патронов. Он, правда, послабее, но... Посмотрим. Да и стреляет тоже такое. Оружие, конечно, говняное. Ну, может, мы будем прокачиваться, я ж надеюсь. Что не всегда этот фуфел будет. Замена, не хочу я кирпич на бутылку менять. Кирпич на бутылку. Что это, блядь? Что это за херня? Блять, кто это? Где-то рядом, блядь. О, патрончики на леварвер. Леварвер, блядь. О, сейф. А у нас и код есть. Отлично. Интересно, это этот сейф? Так, у нас там что? Троечка. Так. 43. Ого, как быстро. Оп. И 78. Оп. А ну-ка. О, там какие-то детальки. Отлично. Ну, наверное, отлично. Хуже было, если бы их не было. Давайте теперь револьвер. Поменяем. Леварвер.
Блять, я рад, что прошел эту херобору. Боже, как же тут тяжело было. Ну прошли ж. Ничего нету тут. Да, конечно, с лутом тут вообще попадос, да? Или это только у меня? Так у меня сложность не то, что прям аж вообще там серединка. Как нормальная или какая-то. Где-то эта херня ходит. Кирпич. Вот этот пескун. Почти писюн. Вот он. Блять, надо пройти. А, нам как раз туда. Сука. Сука. Ну что, его гасить надо. Джоэл, тут. Слева. Есть. А что она говорила? Что у нас тут? Вот так и надо. Писюн. Там ничего. О. Ну пошла. Что, дама вперед не работает, да, здесь? Залезай. Так, пестик сразу вот так. 4 патрона. Нет, давайте менять. Как-то ж они должны по-быстрому меняться. Что здесь у нас все-таки побольше патронов. Офигеть. Мы дошли. Сейчас я посмотрю, может. Ну такая интересная игра. Фантастика, конечно. Да. Хотя хер его знает. Фантастика. Вы крутые ребята. А то. Просто везение. И оно на исходе. Крутые. Куда нам идти? И куда тут? Нам, Тесс? Тут дорожка куда-то. Шо она сказала? Шо? А она в другое место идет, слышишь? Это я тут блокаю. Чё ж так лута мало? Патронов бы так от души. Как нам перелезть грузовик? Найдем что-нибудь. А, ну если найдем, значит надо искать. О! Ой, блядь, ой, блядь. Кто он сказал? Давай, блядь. Я не хочу оттуда начинать, блядь. Давай, блядь. Беги, как, шо это такое за кнопки, блядь. Ух ты, еба. Блядь, очко не кружка. Порядок. Они вроде того, что меня укусил. У него тоже лицо было. Недавно заразили. Так, давай теперь значит, поменяем. Их тут много. Пора валить. Блять, это на кирпич. Нет. А, я раненый еще, да? И... Давайте вылечимся. Не хочется все-таки.
и пестик поменяю. Блядь, не то. А сменить оружие М. А какая М? Хер его знает, какая М. Не прячь пистолет, ну его нахер, страшно. Открыть, да? Не, нихера не открыть. Теперь залезем. А, все, теперь понятно. Погнали. Залезайте. Есть кто живой? А тут есть что? Дубина и какая-то записка. Читать, что там. Данная памятка выпущена. Херня. Записка. Джоэл, сюда. Пройдем через здание. В прошлый раз вышло охренительно. Но... Ладно, молчу. Не капризничай. Старый изложен. Быстрее. Знаю! Да, блядь. Я ж не смогу со всеми. У тебя что-то на ноге. Жесть. Фух. Теперь надо найти выход отсюда. Давай, искать. Да-да. О. Значит, у тебя иммунитет? Марлин так считает. О, так это слышишь, это мы стол нашли. Где это видано, чтобы в зоне напали зараженные? Стол нашли. Ну, я любила удрать. Так, давайте, вы там патронов побольше. Я училась в армейской школе-интернате. Любила удрать. Что мы можем? Да. Что мы можем? По городу. Это у нас скорость перезарядки, да? И в торговом центре наткнулась на зараженных. Туда полностью закрыт проход. Как ты туда попала? Потихоньку. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Вот и все. Ясно. Марлин видела, как тебя укусили? Нет. К Марлин я обратилась потом. Странно, что она тебя не пристрелила. А это ж... Она хотела. А сколько тут... А, еще требуются какие-то ножницы. За нее можешь не волноваться. Скорострельность. Вот это... Что доктор приписал. Больше ничего. Жаль. Давайте теперь... Револьвер. Делаем. Скорость перезарядки, а это что, скорострельность? У нас хватает и тудым, и сюдым. И тудым, и сюдым. А дальше ножнички нужны. Ну или щипчики там нарисованы. Требуются одни. А у меня нету ни одних. И вот, а это закрыто. А чё он здесь не может? Опять ножички, эти самые щипчики нужны. Еще одну ячейку сделать. Ну ладно, что, будем собирать, может где-то найдем. Вот, отлично.
Прекрасно, просто прекрасно. Ну, хорошо, девочки и мальчики. Ну, скорее всего, выход сюда. Сейчас я тут пробегусь. Всем спасибо огромное за внимание. Ну и всем пока. Рад вас всех видеть у себя на канале.